Случай на дороге. Лейтенант Иванов, ваш документ. Точняк, я там денег потерял. Представьте, бабушка, которая в молодости записывала звуки для аудирования. Наркоман! Не так ли? Пожарный в отпуске! Дорогой, я вся горю! Я же сказал, я в отпуске! Господин Трамп, это Белый дом. А президент России Владимир Владимирович Путин разбирается, ну, во всем. Итак, давайте представим. Президент России на проверке в школе. Сидите, сидите. Команда «Коинштейн», спасибо.